Здравствуйте, время новостей на телеканале ЖТСУ. В студии прямого эфира Елеман Раимбеков. Более 12 тысяч абонентов в Талдыкургане подключены к голубому топливу. На очереди еще 5 тысяч. Газовых дом поступит уже до конца этого года. Как идет деятельность в этом направлении в условиях пандемии, смотрите в следующем сюжете. Семья Герасименко только подключилась к природному газу. Больше не придется готовить дрова на зиму, завозить уголь и выносить золу. Делится эмоциями 73-летний талдыкурганец. Газ, конечно, большое подспорье, очень большое, по сравнению с печкой. Таскать ведра по 10 килограмм, тем более после 3 операций на сердце, это достаточно тяжело. Мы решили с супругой, подкопили денежки. Денег ушло порядка 400-420 тысяч. Но в нашем возрасте лучше думать о здоровье, а не деньгах. С момента заявки до подачи газа в дом прошло всего 18 дней. Все работы газовики проводили строго согласно санитарным нормам. Отметим, заявка на подключение подается либо через электронную почту или мессенджеры WhatsApp и Telegram. По словам специалистов, на сегодня Талдыкурган газифицирован на 30%. Планируется подключение близ ближайших поселков к городу Талдыкурган. Это, как вы знаете, вот Еркен, Антымак, Ембек, а также 18 и 19 пусковые комплексы. Согласно постановлению главного санитарного врача, переведены на дистанционную работу порядка 80% сотрудников. Стоит отметить, чтобы подключить газ, необходимо внести 30% от всей суммы. Остальную часть можно оформить в рассрочку на 6 месяцев. По подсчетам специалистов, расходов на голубое топливо меньше на 42%, чем на твердое топливо. Всего по Талдыкургану насчитывается 55 тысяч абонентов. Ответственные лица намерены в течение нескольких лет газифицировать весь областной центр. Елеман Раймбеков, Габит Кадрахман, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. Продолжаем выпуск. В период пандемии тысячи людей, работавших в бизнес-структурах, оказались без работы. Именно сейчас хорошей альтернативой для населения стали государственные программы «Дорожная карта бизнеса» и «Ембек». На сегодня в одном только Илийском районе трудоустроены более 1000 человек. Кроме того, программы предлагают получить дополнительные знания, навыки и кредиты с низкой процентной ставкой. 2 года молодой специалист Самархан Асхар не мог трудоустроиться. Везде требуется опыт работы. Листая сайты работодателей, узнал о возможности трудоустройства через центр занятости. Пройдя молодежную практику, продолжил работу в государственной структуре. Меня отправили в отдел предпринимательства района. Там в течение 6 месяцев я прошел практику. Там я старался показать свои знания и умение держаться в обществе, работать в коллективе. После меня уже трудоустроили в центр занятости. Сейчас я сам работаю с выпускниками учебных заведений, которые ищут работу. Молодежная практика – это возможность трудоустроиться. Приходите. Жительница села Байсерке Виктории Швец, госпрограмма помогла превратить хобби в доходный бизнес. Ее любовь к шитью стала и собственным делом. В 2019 году я обратилась в центр занятости Илийского района, чтобы пройти курсы 3-месячные по специальности швея. Дальше мне предложили сотрудники центра занятости поучаствовать в конкурсе и получить безвозмездный грант. 155 600 тенге. Я воспользовалась данной ситуацией, получила грант, вот открыла у себя дома швейный цех, купила оборудование на эти деньги, швейные машинки, материал для шитья. Теперь работаю дома. Воспользовался программой и Еркебулан Кожанов. Расширил имеющийся бизнес. Сейчас у парня 2 специализированных фитнес-зала, где более 350 человек совершенствуют свою физическую форму и укрепляют здоровье. Прежде чем получить средства, я обучился по программе «Бастау бизнес». После окончания мне предоставили сертификат, который позволил получить 20 миллионов тенге по низкой процентной ставке. Купил хорошее оборудование для зала. Сейчас пока простаиваем. Дали отсрочку. После карантина приступим к работе. Клиенты ждут с нетерпением. Мы должны привлечь активные меры содействия занятости 1924 человека. На сегодняшний день по итогам первого полугодия 2020 года
Мы привлекли 1124 человека, что составляет 58% от общего плана. Учитывая пандемию, необходимость дистанцирования, соискатели могут воспользоваться электронной биржей труда, где вакансии разместили свыше 60 организаций района, и уже более 140 безработных оставили свои резюме. Гульназ Мустафа, Надир Хамзин, телеканал ЖТСУ, Илийский район. Обильные осадки привели к разливу двух основных рек, протекающих через Республику Бангладеш. Около трети территории страны находится под водой. По предварительным данным, пострадали около 1,5 миллиона человек. Это самое сильное наводнение за последние 10 лет. Ситуация продолжает ухудшаться. Сельские жители вынуждены покинуть дома и увезти с собой скот. Многие пытаются обосноваться в относительной близости от родных мест и своих затопленных жилищ. 15 тысяч человек бежали из сильно пострадавших районов. Национальный центр кибербезопасности Великобритании, а за ним соответствующие ведомства США и Канады, обвинили Россию в попытке украсть данные о разработке вакцины от COVID-19, использовав хакерскую атаку. Кремль заявил, что не имеет к этим попыткам никакого отношения. Москва также заявила, что российская вакцина имеет шансы стать самой эффективной, и необходимости красть в Британии ноу-хау ее создания не было. Официально Лондон также отметил, что сейчас уверен и в попытках России вмешаться в ход внеочередных всеобщих выборов, состоявшихся в Британии в конце прошлого года. Россия данное обвинение тоже отрицает. Мадридский «Реал» досрочно стал чемпионом Испании по футболу. В матче предпоследнего 37-го тура команда обыграла дома «Вильяреал» со счетом 2-1. Благодаря дублю Карима Бензема и стала недостигаемой для идущей второй «Барселоны». За тур до конца «Реал» набрал 86 очков, в активе «Барселоны» 79 очков. Каталонский клуб в параллельном матче в большинстве дома проиграл «Осасуне» 1-2. Казахстанцев будут штрафовать за организацию ТОЭФ. Министр юстиции Марат Бекетаев во время брифинга с представителями СМИ рассказал, что грозит гражданам за проведение торжеств в период карантина. К нарушителям будет применяться наказание по 425 статье Кодекса об административных правонарушениях. Штраф на первый раз составит порядка 83 тысяч тенге. Возможно и применение уголовной ответственности. Если после проведенного мероприятия начнется массовое заражение, то любители пиршеств во время пандемии могут лишить свободы. Был определенный спор, какая административная ответственность применяется к нарушителям. Если весной применялась 476-я статья Кодекса об административных правонарушениях, то сейчас в основном применяется 425-я статья Кодекса об административных правонарушениях. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. Встретимся в 21:30.